Виолетта, привет! Скажи привет! Привет! Это ты сегодня строила, да, из лего? Ну расскажи, что это ты построила? О, башня? Да. Или это пароход? Нет, башня, тут елочка, тут башня, тут асфальт, тут плитка, а это блок. Классно. А ты ей помогал, да? Да. Это Богдан? Наш. Наш? Так, хорошо. Украинский. Украинский, да, надо сказать? Да. Красивая, смотрите, постройка у нас сделали. Виолетта. Виолетта, помаши ручкой. Вот так. Богдан, красота. Что это ты сделал? Расскажи. А? Я взрываю дрель. Это дрель? Да. Ух ты, мальчик, молодец. Это что, Виолетта, что это вы вдвоем с Сашей делали? Расскажи. Площадку. Площадку? Это площадка, да? Виолетта, что это? Расскажи. Площадка? Да. Да? Да. Вот, очень красивая. Да. Семён. Вот я построил первая постройка самолет. Вторая постройка корабль. Не торопись, покажи, что тут за корабль. Вот. Космический здесь, или воздушный, или подводный? Подводный. Он на воде плавает. Это лодка подводная, да? Да? Нет, не подводная, а просто лодка. Просто лодка? Ну, катер, можно сказать. Катер, ух ты! А вот машина с поколением монстр-трака. Ух ты! И дробилки, и все. Здорово! Так, теперь поставь все вместе рядом. Я участвую в челлендже. Я построила робота вот этого, с обложки. С обложки. Ну и где он? На столе, да? Вот. Сейчас мы его посмотрим. Вот. Робот. Настоящий. И на голове. У него флаг Украины. Это наш украинский робот. Да? Привет, я участвую в челлендже. Так, показывай, что ты сделала. Хотела сделать динозавра, но лицо как собачка. Как у собачки. Поставьте мне побольше лайков. Очень круто. Загадишь, благодарю. Ой, вот еще моя четвертая работа, получается. Это робот. Вот эти вот штучки мне напомнили из магазина. Семен молодец, он много всего сделал, да? Никогда не делал. Улыбочка. Делай, расскажи. Такая большая голова на одного человека. На одного робота. Дорогие друзья, мы сейчас начинаем поздравления тех деток, которые участвовали в конкурсе Лего. Аплодисменты! Призы в студию! Я бумажку забыла, Лена, есть телефон. Значит, мы проводили конкурсы, знаете, вот, по разным категориям группам. Самая маленькая группа у нас принимали участие Виолетта и Сашенька. И первое место в этой категории мы награждаем Виолетту и Сашу. Видео можете посмотреть сегодня в группе Дандышаны. Вторая категория. Это у нас от с 5 до 8 лет. И во второй категории первое место. Это кто у нас? Василиса. Это у нас Семен и Василиса. Ура! Это кто у нас? Девочка! Спасибо, скажите. И уже у нас категория 10+. Это у нас уже взрослые деточки. Это у нас Вероника. Да, и Богдан. И Богдан. Давай. Поздравляем! 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 Ура! Анжели Георгиевне, 3-4. Спасибо! Еще. Спасибо! А теперь громко. Спасибо! Молодцы! Подпишись на мой канал.